В Чебоксарах продолжается модернизация системы дошкольного образования. Этим летом сразу в нескольких столичных садиках будут открыты новые группы. Дополнительные места планируют создать и для юных жителей Южного поселка. Капитальный ремонт в детском саду номер 15 уже начался. Капитальный ремонт в этом детском саду не проводили многие годы. В первую очередь подрядчикам пришлось заменить ветхую проводку. Сейчас строители красят стены в коридоре, стелят линолеум в спальнях и устанавливают новую технику в пищеблоке. Мы требуем сертификаты на все материалы, которые поставляются в детский сад в целях безопасности. Нам все подрядчики предоставляют все сертификаты на все материалы. Сейчас мы положили линолеум новый противопожарный в спортивном зале. Он экологически чистый, безопасный и плюс еще не воспламеняемый. В отремонтированном детском саду планируют открыть две новые группы. В сентябре здесь готовы принять еще 50 воспитанников. В новых дошкольных группах микрорайон «Пентагон» нуждался давно. Здесь проживает много молодых семей. Проблема с очередностью здесь начала решаться только в этом году. Детей в этом детском саду принимали мало, ну, то есть как бы по одной группе на возраст. А сейчас у нас открывается еще дополнительно две группы. Столько детей попадет в детский сад, и не нужно будет водить в какие-то другие районы, потому что у нас здесь такой компактный райончик. И детский сад у нас один. Мы очень рады тому, что будет модернизация. Работу подрядчиков контролируют в администрации Чебоксар. С инспекцией на объекте побывал и глава города. Леонид Черкесов потребовал завершить капитальный ремонт детского сада в срок. Я думаю, что контроль еще жестче будет. Сроки, наша задача, чтобы все работы, которые проводятся разными подрядчиками, закончились в одно и то же время, в кратчайшие сроки, чтобы дети могли пойти в детский сад. До конца этого года только в рамках федеральной программы в городе будет создано более 300 дополнительных мест. Сейчас проблема с очередями особенно актуальна для Калининского района Чебоксар. И также у нас еще создаются 210 мест. Это для детей, которые могут за счет доукомплектования в соответствии с Анпином детские сады создать еще дополнительное место. И в суммовом выражении у нас получается более 1000 мест создается уже только в этом году для детей возраста 2,5 лет. Проблему с очередями в столице республики планируют решить полностью в ближайшие годы. Дмитрий Ковалев, Олег Якимов, Республика.